Добрый день, сегодня среда, 11 апреля. Рада вас приветствовать на канале новостей Инста-ТВ. С вами я, Ольга Витковская. Центральный банк Франции дал оценку экономической деятельности в стране за первый квартал текущего года. Согласно комментариям регулятора, начало 2012 года было довольно вялым. В четвертом квартале 2011 года французская экономика выросла на незначительные 0,2%. В первом квартале этого года активность и вовсе сошла на нет. Причем такая тенденция, скорее всего, является долгосрочной. Подтверждением этому служат данные статистического ведомства ИНСЕ. Так, индикатор деловых настроений в промышленности в марте остался на отметке 95 пунктов, минимальном значении за 3 месяца, которое было достигнуто в феврале. Кроме того, дефицит бюджета Франции увеличился до 24,2 миллиардов евро и практически вдвое превысил январский показатель, равный 12,5 миллиардам евро. При этом отрицательное сальдо торгового баланса достигла уровня 6 миллиардов 398 миллионов евро, намного превысив прогнозы экономистов. Финансовые эксперты отмечают растущий уровень безработицы и снижение спроса на товары французского производства. Вы смотрели новости, подготовленные для вас информационная группа Инста-ТВ. До свидания.